Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить Castlevania вторую часть. Расскажу немного об эволюции геймплея. Если первая часть была просто скролл-шутером, где надо было от точки А до точки Б найти и убить босса, то здесь появились элементы квеста. Также появились города, торговцы и, немаловажно, смена дня и ночи. А если утром все магазины открыты, по улицам города ходят его жители, то ночью все монстры становятся сильнее, магазины закрываются, и по улицам города начинают ходить зомби. Плюс также у нас появился инвентарь, подобие инвентаря, и опыт. Мы можем прокачивать героя. Ну, я думаю, вы сами это увидите во время прохождения. Начнем. Немного карту игры я посмотрел, так что более-менее знаю, куда идти, хотя в игру ни разу не играл. Так, для прохождение первого замка нам нужен белый кристалл. Он нам покажет скрытые локации, точнее скрытые кубики, по которым мы можем пробраться в нужные места. И пойдем немного добудем сердец. Что самое интересное, монстры здесь респавнятся, как только за это место зайдет экран. Точнее, вот левый бок, левый правый. Что ж, пойдем обратно, скоро наступит ночь. И заодно на зомби в городе также набьем себе немного сердец. Ну, немножко не успели, ничего страшного. Как вы видите, теперь вместо горожан тут что-то зеленое и страшное. Зато там ведь больше сердечек. Или вообще не знаю. Немножко муторная. Ну, по очереди. Так, надеюсь, 200 сердечек получится накопить.
хотя бы 150. Нам нужно будет купить кол осиновый для добычи первой части Дракула. И хотя бы 150 сердечек, чтобы купить нам новый хлыст. В принципе, вначале ничего тяжелого. Так. Когда же утро? Стоит вспомнить. Так, пока светло, пойдем к самому первому замку. Так, как я понимаю, это мост. Так. Чуть-чуть не попались. Ну хорошо. Так, вниз дорога нас ведет ко второму городу, но нам пока туда не надо. Нет, 150 на новый хлыст я не накопил еще. Но... Что такое? Молодец. Вход в замок Ровер. Ну так, экипируем белый кристалл, как раз я говорил вам о скрытых. Ну вот они, в принципе, синие квадратики появились. Пойдем. Так, как я понял, нам надо наверх. Здесь надо быть осторожным, в некоторых местах здесь ложные блоки, которые можно провалиться.
подходит. Придется долго обходить очень место. Ну. Так, не зли меня. Ну. Так. Дайте-ка вспомнить. Вроде бы наверх. Да, вроде бы наверх. Кстати, насчет пропадающих, точнее, фальшивых блоков, нам немного помогают монстры. Они двигаются только до этих блоков, поворачивают обратно. Так, я помню, два вот этих блока, они тоже не настоящие, которые впереди нас на уровне головы. Так, нам надо тому человеку в балахоне, он нам продаст колу. Скотина. Ну ничего, у нас еще одна жизнь есть. Я на том месте очнулся. Тогда пойдемте за колом, если я не ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь. Давай. Ты не боишься синих скелетов особенно? Или это тень? Наверное, тень. А, дубовый пол. И идем забирать первую часть Дракулы. Его ребра, который можно будет потом использовать как щит. Как его использовать? Скелет, как мне его использовать? А, точно. Как дополнительное оружие. Странное проклятие прозвучало. Ну ладно. И немного срежем. Так намного лучше.
Кстати, теперь ребра у нас в инвентаре. Можем их одеть. 58 сердечек, и как раз можем сходить за улучшенным хлыстом. Большое спасибо, друзья, за то, что просмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте ваши идеи по улучшению видео, улучшению игр. Сами игры предлагайте. Спасибо.